Всем еще раз здрасте. Я собираюсь стебелье собрать и прищепки повесить. Видите, вот как удобно. Видите, они вот на такой вот, хоть как можно. А я их, по сути, повесить, видите. Ну, тут специальный крючок, я их просто повешу. Вон здесь будет они у меня висеть днем, когда я стираюсь. А на ночь буду убирать, чтобы не портились. Да ё-моё, повесить не могу. Палец. У меня рука что-то болит, видать, где-то то ли стукнуло, то ли что, и все, и будет они удобно. Кстати, ребят, прищепки здесь очень хорошие. У меня вот такие прищепки старые, образца еще есть. Вообще классные прищепки, заценила. Меня попросили ссылочку дать, я уже одному человеку дала, но сейчас в наличии нету. Я вот тоже жду, еще появится в наличии, я еще обязательно себе такую же штуку закажу. Очень классные прищепки, вообще понравились. Сейчас буду собирать вот то белье и развешивать еще новую одну партию. Постирала. На грядке опять ребятишек заставить пылить. Ладно, сейчас примемся за работу. Хорошо. Я
Все, полила грядки, сейчас пойдем с Егором копать. И тут я смотрю, у меня нарцисс тоже один. Да, ребят, я помню, что это нарцисс, но просто я забываю. Тут дикий нарцисс, вот я садила в том году, где-то на улице находила, кто-то выкинул, я подняла, посадила. Вот он у меня зацвел, один-единственный. Мальвы надо пересаживать. Вот здесь мальва, здесь мальва, здесь. Но до них еще пока некогда. Потом займусь ими. И белье развесила, сейчас еще высохнет. И буду... Вот, смотрите, вот такие вот прищепки, видите? Вот они у меня старые образца, точно такие же. Очень удобные, крепкие. Им вот уже, наверное, лет 5 ничего не делается. А вот такие вот прищепки, сейчас я вам покажу. Видите, вот они ломаются все. Но это еще вроде ничего, защелка зацепляется, поэтому пока еще оставила. А то этих прищепок тоже там немного. Так что вот так вот. Ну, Оксана вышла. Оксана, скажи привет. Сейчас пойдем с той стороны. Возьми вот здесь две лейки и отнеси на ту сторону огорода. Там, где грядочки. Там сейчас будем поливать, будете лук поливать и все остальное. Здесь я морковку уже полила. Сейчас надо будет там поливать. Ты будешь поливать? Угу. Оксане понравилось поливать. Ну все, сейчас она унесет. И сейчас Егорку позову. Мы пойдем с ним. Мне надо еще тяпку найти. Я тяпку не могу найти. Я хотела бороздки между грядками тяпкой скосить. Все вот это. Сейчас надо поискать, где тяпка. У нас тяпка была. Помню, в том году одна была. А нынче есть она или нет, не знаю. Ой, господи. И надо найти мне эту тяпку теперь. Не вижу ее. Надо мужу позвонить. Сейчас мужу позвоню на работу, спрошу, может, он убирал куда-то. Потому что тяпкой было бы удобно сначала эти бороздки все сборонить, убрать все это, а потом уже этим средством опрыскать. Как мне подписчица писала. Там, по идее, перекапывать надо. Ну, я не смогу, мне бы грядки бы вскопать. Это уже было бы хорошо, да. Эти яйки наполнять водой? Подождите, я сейчас соберемся и все сделаем. И на рассаду еще на веранде с помидорами полить. Еще бы вот я бы, знаете, рассаду вот перцев купила, если вишерские. Ой, кто-то видит. А, может, вы будете рассаду перцев продавать? Ну, повыше уже, который Ванечка выбежал. Ну, ты неправильно сандалики сына одел. Да Машка. Машка тебе так одела. Маша, ну-ка переобуй ему. Ух, она это Машка. Ваня, скажи всем привет. Привет. На улицу выбежал. Солнышко, да, сына? Да. Ваня с Мариной у меня в понедельник в садик пойдут. Я специально так делала, потому что не посчитала, ну, смысл им один в пятницу. Один день они у меня сходят, потом будет два выходных. С понедельника уже пускай идут. Пока сильно они мне не мешают. Мешает, конечно, я с ними ничего сделать не могу. Но сейчас выходные у меня старший дом, поэтому они нянчатся. А я в огороде вожусь. Ваня, полез, полез. Так, Катю отправляй сюда на улицу. И Свету тоже. А, Света же на танцы ушла. А ты посуду моешь? Я 24-го тоже на танцы буду ходить. Ну, там видно будет. Спасибо. Марина, обулась. Почему опять босиком ходишь? Бегом мам. Обуйся. Мам. А. Обуйся. Все, да, я там все, сейчас пойду с Егором копать. Оксана здесь качается, а Ваня на горку полез. Ладно, что я с вами сижу, сейчас дождусь Катю. Катя выйдет, будет за Ванечкой смотреть, а я пойду грядки копать. Что? Так убери. Сейчас я вам Ваню покажу. Видите, Ваня там на горку залез. Я на штатив телефон установила, мне так удобнее. Да, сыночка? Че, травка? Так убирай оттуда ее, выкидывай. Мариночка идет, кроссовочки обувает. Да, Мариночка? Угу. Я ее заставила штанишки одеть, потому что, видать, на улице ее комарье, что ли, кусает. Прям все ноги себе исчесала и руки исчесала. Надо было еще какую-то водолазочку одеть вместо платья. Ну ладно, гуляй, жарко, по идее, на улице. А. Колготки не стала одевать. Ну зачем колготки одевать? Тепло сейчас на улице. Она лосины одела с куколкой, да? И носочки, да. Вот я тебя недавно заплетала, ты опять уже вся лохматая. Мама, да. Я сняла колготки, мы там вообще тоже так делали. Ну, а зачем сейчас колготки летом? Все, пойдешь тоже играть. Иди играй.
Да? Мама, да. Я нашла. Не подходи так штучку. Близко. Отойди чуть-чуть назад. Говори. Мам, я нашла одну зелененькую такую штучку. Я где-то там еще видела. У нас такая игра была. Ну-ка, дай сюда. Да. Если, ребята, кто-то знает, где можно вот такие вот тоненькие купить. Не толстые, а именно тоненькие. То напишите, пожалуйста. Дети очень нравятся. Мама, у нас осталось их мало. Большинство они сломалось. На улице только две. Да, хорошо. Ваня там с Оксаной играет. Что там, Катя, ты где у нас? Пойду, наверное, я Катю гнать сюда, чтобы она делала что-то. Ладно, пошла.